За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач командующий общевойскового объединения генерал-майор Рамиль Ибатуллин вручил награды военнослужащим мотострелкового соединения группировки войск «Центр». Моя группа штурмом подавила укрепы и при этом освободили этот населенный пункт. Вот эта награда, это за счет моих пацанов, с которыми вместе мы штурмовали. Я очень счастлив, на самом деле, получить такую награду. Награждение состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении. Личный состав подразделения был награжден орденами мужества, медалями за отвагу, за храбрость и знаками отличия ордена Святого Георгия. Георгиевский крест 4-й степени. На опасных участках, где находился противник, я выставлял противотанковые мины, чтобы вражеская техника не подобралась к нашим бойцам. Также взял без оружия в плен военнослужащего украинской армии. Это для меня шок. Конечно же, приятно. Вот. Пообещал маме, и я сдержал это слово. В ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленное мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их вклад в выполнение задач, поставленных перед вооруженными силами России. Андрей Бессонов, «События».